Устали вызывать откачку. Жители улицы Московской жалуются на годами текущую воду в их районе. С 2016 года проблема не решается. За это время образовались просадки и разрушения. Какие еще сюрпризы получает население в сюжете Ирина Выбищевич? Вот и смотрите, что происходит. Посмотрите, пожалуйста. Каждый день откачка. Да, приезжай. Позавчера только были. Опять полный, опять бежит. Все это здесь на Московскую. Скоро зима, холода. Посмотрите, скоро холода, все это здесь будет. Уже сколько ДТП здесь было? Жители улицы Московская уже отчаялись. Вода течет годами, а дела никому нет. Улица тут вскрывалась не один раз. Фундаменты в воде, а каждую зиму наледь такая, что аварии только успевают считать. Вопрос, уверяли, уже решили в том году, но только бригада уехала, все повторилось. И ужасно, и ДТП, и все. А вот этот колодец в прошлом году, нам сказали, что вопрос закрыли. Караганда-Су. Вот этот колодец восстановил я сам лично, хотя он на балансе Караганда-Су. Мы восстановили брусчатку с прошлого года, потому что идет подтопление и садится груд. У Светланы крики отчаяния. Она устала вызывать откачку, так как ее септик наполняется раз за разом. Только за неполный месяц она уже отдала 13 тысяч, а колодец уже с водой. Ее дворовая территория уже не один год в таком состоянии. Обращалась она во все инстанции за помощью, но сдвинуть ситуацию не в состоянии никто. Я не могу к себе нормально во двор заехать. За свой счет положила асфальт, вот, пожалуйста, разрыли. Это все сделано за мой счет. Также они ливневку мне изуродовали. Страшно смотреть, говорят жители, когда все вскрывают, а затем гнилые трубы забивают чопиками. К тому же ряд улиц здесь недополучает воду из-за сниженного давления. Чаты населения порой просто взрываются от негодований. Да, знаем, ежедневная эта проблема. Каждый день там случаются порывы. Вообще, участок по улице Московская, 17, включен в ремонтную программу на 2025 год. Но по многочисленным жалобам, по частым порывам на этом участке, мы решили его сделать до конца года. Уже завтра, заверяют специалисты водной компании, они методом горизонтального бурения начнут менять 100 метров трубы диаметром 110 миллиметров. Ирина Вабищевич, Зулхарнай Исмахаев, Равиль Валеев, 5 канал.